Глава Белгородской метрополии передал 480 медицинских аптечек в Шебекинский и Валуйский муниципалитеты. Владыка выразил благодарность бойцам добровольной территориальной самообороны за их самоотверженность и готовность рисковать своей жизнью ради спокойствия земляков. Мы должны защищать жизнь и быть готовыми ее защитить. И поэтому сегодня, когда такими аптечками был обеспечен город Белгород, продолжая эту эстафету, мы сегодня передаем эти медицинские аптечки в Валуйский и Шебекинский район, чтобы разместить вот эти аптечки в тех местах, ну, например, в каком-то магазине или учреждении рядом с остановкой, чтобы были ответственны за хранение этих аптечек. Содержимого одной хватит, чтобы оказать помощь сразу четверым пострадавшим. Внутри бинты, жгуты и кровоостанавливающие средства. Это будет неоценимой помощью для нас, для наших предприятий, для наших жителей, которые действительно каждый день подвергаются опасности. И надеемся, что это, конечно, не пригодится, надеемся, но мы понимаем, что это спасет многие-многие жизни. Мне это знакомо, потому что первая профессия у меня медицинский работник, я военный фельдшер. И это действительно спасет многих из нас, потому что есть правило золотого часа. Мы уверены, обязательно победим. Спасибо, Господи, вас.